These mechanical birds will get our message out. They will go to an internet cafe and email the remaining master builders who will meet us in the secret realm of Cloud Cuckoo Land. Cuckoo Land? Wait. Piano Man! Open up! Freeze, turkeys. All I want is the piece of resistance. We would rather he died than give it to you. I would not rather he died. Look, everybody, we can do this the easy way, or we can do it... No, run! They took the hard way. Fire! Vitruvius, which way to Cloud Cuckoo Land? Head for the big bright thing in the sky. You mean the sun? Yeah, yeah, that's it. Козёл, козёл, козёл. Такс. А у меня разве есть пистолет? Или он должен сбить? А, ни хрена себе он молодец. Я думаю, что за... Куда там? Я думал, сейчас он упадет. Нет. Как мне тогда наверх за инструкцией добраться? А, отлично, много динамита. Что может быть лучше? Обломи, Семет. Ты хоть и главный герой, но ты облажался. That looks safe. I can't see anything dangerous about it. You can't see anything, period. You're blind. Тебе что-то не нравится в том, что он слепой? Good news, you put out the fire. Bad news, you destroyed the ledge. На еще больше уступов. Лучше дорога, чем уступ. Поверь мне. Юная СССР, я просто не уверен. Stand back. I'll use my drill. Отлично. В ее поле. Не, ну мало ли кто может скрываться под этой плоской курткой. Да, Эми, ты-то, конечно, тоже поломай. То есть то, что он может ломать блоки, это нормально, да? Это входит в... Да. Только женские персонажи могут использовать розовые объекты, ну... Хоть что-то правдивое есть в этой игре. Что ты там говорил перед тем, как розовые объекты появились? А черт его знает. Розовые объекты отвлекают. Окей. Я думал, как опуститься-то? Больше деталек! Еще больше! И парней тоже больше! Че так мало-то? Вот знал бы я куда топать, чтобы создать что-то. Так, меня интересует, я ничего не пропустил там? Там все-таки можно было Зэмита что-то сделать. Как-то лестницу сделать. Видимо, нет. Скорее всего, нам надо сюда пойти, так что. Строить! Срочно! Hey, I know how to follow instructions. Let me build this. Инструкции, инструкции, больше инструкций. Да. Что дальше? Господи, как все сложно! Ну, я успел! Игра врет! Она все врет! Я успел нажать! Вранье! Что ты построил, Эммет? Господи, что у тебя с головой не так? Что у тебя за воображение такое? Точнее, что
У разработчиков с головой не так. Это же они эти инструкции придумали. Больные люди. Здрасте. Зато все строители знают кунг-фу, мы теперь это знаем. С вами. А здесь нахрена распил устраивать? Просто так, по приколу? Ладно, так и быть. А где еще один скелет меня интересует? Наверное, дальше. Или я потерял? Здесь нет. Внизу точно нет. Дальше, скорее всего. Да нахрена мне расстреливать их при помощи посоха, я и так знаю. Ну окей, давай. И чё? А, ну это ясен пень. То, что они тут появились. Старикашка жжет. Хватит говорить про посохи, разъемы и дрели, пожалуйста. Пожалуйста. Я то и в этом не буду участвовать. Вау, комбо. Да я понял уже, как метать посох. Хватит играть. Интересует, как, кто может с веревками вот здесь вот тусовать. Тусить. А, окей. Все понятно, думаю, чё, как, где, что? Причем тут я? Что я должен сделать? Все слишком сложно. Thanks. Вообще не понимаю. Да, Эми туда. Эми туда идти главную. О, господи. Спасибо. Он долго ждал этого парниша. Целых 5 минут. Ну или меньше. Неважно. Я думаю, течение времени в Лего-вселенной, оно немножко не такое, как у нашей, так что. Может быть, все что угодно. Просто иногда, когда на людей падает дом, то они обычно подыхают или падают с 50-этажной высоты. Он же не видит, он не знает, что делать. Ему не страшно, в общем. Я думаю, почему это он может пройти, а баба не может? Все понятно. Это шутка была такая, завуалированная. Мужик проснулся, мол, ой, все нормально, да? Спим дальше. Слишком много куриц. Да, логично. А что дальше-то? Не, ну здесь как-то все просто. В Лего Марвел Супер Хироус хотя бы мне иногда жопу рвало от количества того, что меня заставляли делать. Ну как-то сделал так, сделал это. Ух ты, мать твою. Ва, какая у него работа! Гачным ключом махать. Потрясающе. Дуэль с шерифом. We have to find a way to destroy those ladders.
Гаечным ключом кидай в них! Один затупил. Почему задницу он бьет? Все-таки он задницу не отсиживает, он же рабочий. Я где-то просрал третьего скелетика. Вот же отстой. О, господи. Я боюсь брать труда куриный гриб какой-нибудь. Только кури снасиловали эту инструкцию. Отвяжитесь от меня, пошел строить. Ничего не знаю. Валите вон. 15 тысяч. А, вот это. Сразу направили. Я быстро. Нет, еще что ли? Нечестно. Я не промазал. А сейчас вообще было нечестно. У меня время отнимали, но... Нечестно, короче говоря. Время отнимали, но... Фигурку еще выбрать не дали. И как-то так. Нечестно. Кого зарядить? Что зарядить? А, точно. Бочка с динамитом. О чем это я? Тупорю-порю. Больше роботов убить. Роботов убить, куриц задавить. Роботов убить, да-да. Как тебе мой динамит? Моя динамитная машинка. Шикарно. Охренительно. Да господи! Это еще не все, что ли? А, да, там три штуки, видимо. Эй, привет, чувак! Как тебе дела? Иди сюда, я тебя познакомлю. Прекрасная бочка с динамитом. Тебе подойдет. Бедный, почему куриц нельзя замочить? Может, эту игру продюсировал курица? Курица женщина? А, ну да. Курица мужик, это петух. Ну сейчас их петухов-то оскорбил. Женщина, видишь, я развлекаюсь. Вот, видишь, ты тоже развлекаешься таким образом. Я тебе хотел как бы открыть мир развлечений. Ракета? Какая ракета? Ну! Я третьего не вижу. А, из него. Окей. Отлично. Я думаю, какие-нибудь японцы подадут в суд на эту игру, потому что у них же все там с роботами и так далее. Внизу что-то есть. Наверное, я и в прошлый раз что-то просрал. Где-то в таком же месте просрал скелетика. Ну что за отстой, я главное трёх... Всего три скелетика. Ой, мать твою, это же динамит. Да нет. За бабу! Ааа, я хотел, я два раза нажал Y, чтобы за бабу переключиться, меня переключили сразу за бабу. Как все плохо. Да опять вы все сломали, пошли вы вон. А, сышь, да? Сыкунья. Okay, now he's just being sarcastic. He can actually see, can't he? А может мне тоже глаза закрыть? В этот момент, когда я за него играю, ну чё, вживаться в атмосферу? Знаете, как для идиотов? А, чё так не атмосферно? Ну,
Вот, глаза закройте, когда вы играете в эту игру. Допустим, за Витрувиуса. А чё, атмосфера же, вы что? Там что-то было. Нет, дикарка, нет! Окей. Ну и пошла эта деталька вон. Ну и что, что она стоит 1 000 000? О, господи, серьезно? Да пошел ты! Да-да-да. Мистеры, отойдите. Видите, я занят вездесущей проблемой полного идиотизма. Вездесущая проблема полного идиотизма решена на 1/3. Не мешайтесь мне, уродцы. Я такое чувство, что меня свои собственные напарнички сейчас поимели. Я вообще бы хотел быть ковбоем, но мне не дали козлы. Ковбоем быть прекрасно. Да что ты делаешь, а, уродец? Вот что с тобой не так? Просто козюль. Почему у Серд здесь глаза есть? Не понял. Я что-то не то делаю? Ну, видать. А, я-то думаю. Чё, где, кто, кого, как. А, то есть так, а так она не разрушалась, окей. Ну да, точно, всё по инструкции, о чём ты. По-другому он не может. Никак вообще. Вот отстань, противный! Всего лишь какие-то... Ладно. Вольтрон уделан. Это всего лишь какие-то... простые пацики, которые решили выйти на крышу. А, теперь понятно, откуда здесь лошадь. О боже. А вы драться будете? Нет, сегодня? Да блин, я не могу переключиться за Витрувиус! О, господи! Спасибо. Нихера себе, как все сложно. Я думал, просто ему по яйцам надавать, и все. Да. Не, ну они бьют так. Что я поделаю? Как будто бьют всем по яйцам. Это, в принципе, действенный такой удар. Пошел вон. Что бы без меня делал? Ну да, наверное, ничего не делали бы. Витрувиус бы продолжил свою карьеру у потрясающего пианиста. А что с ним делать? Да ты уродец! А, это все? Нет, это не все! Они подумали, что слишком мало всего. Три выстрела меня, потрясающе! Я эта мелодия напоминает какую-то музыку. А, песню точнее. Не могу вспомнить. Очень знакомый мотив. Из какого-то сериала, что ли? О, господи.
Так Леонардо да Винчи был бы счастлив сейчас, что у него появился последователь. А может это и есть кадры из мультика? Свиньи-убийцы! Повозка со свиньями, замечательно. О, господи. Блин, я хотел динамит, где динамит? А, меня уничтожили, окей. Should I get one? I heard something explode. О, господи. Серьезно, рельсовый шутан в лего-игре? А здесь можно еще все разрушать. Ой, повозочки были. Я просрал все повозочки. О, я взорвал. Я просрал повозочки. Они где-то были, а я все просрал. Тут реакция нехило нужна, как дети в это играть будут. О, господи, серьезно? Я думал, что на 10-рых будет конец. Но нет. Тебе что надо? Пошел вон. Иди к индейцам. Господи, а, идите за меня. Он, я не против. Оу, щет. Ну как-то детальки все равно плохо идут. Фургона жизни нету, это как-то соревновато. Ну вот, не взорвал эту уж. Не взорвал. Везунчик! Алло, гараж! Ух ты, я второй собрал, ни хрена, еще я что-то собрал. Эй! Так нечестно! Минус, сколько-то там еще людей. Я не знаю, кого я там взорвал только что, но окей. Это все? Ну отстой. Отстой! No, the wheel. I can't control it much longer. We need to attach the wheel to something that spins around. We need to attach the wheel to something that spins around. Spins around. We need to attach the wheel to something that spins something that spins around. Spins around. Spins around. Oh. Что? Окей. И чё? А какого хрена? Смотрите, на первых уровнях все время собирал, даже больше собирал того, что мне нужно для получение 100%. Скажите, я скажу. 100% сбора деталей. А здесь что-то собрать ничего не смог толком. Но собрал 100 тысяч. Видимо, надо было дополнительные задания всячески выполнять. Где-то скелета просрал, где-то еще что-то просрал. Отстой! Полный отстой!
Сколько? 51, фу! А, даже пластинку заживала. Где эти сраные наборы, черт его знает. Ну и пошли вы. Я так не играю.